Так, друзья, сегодня первый день работы. Я отправляюсь на стадион Фишт. Как вы видите, я в форме волонтера. Одел я ее всю. Не потому, что нас заставляют, а потому, что сейчас в Сочи реально прохладно. И вот поэтому я так приоделся. Форма очень красивая, яркая, очень удобная, хорошая. Все, дальше встретимся на стадионе, посмотрим, что мы будем там делать. Суть моей работы на первой смене заключалась в следующем. Нужно было сопроводить медийных лиц от соответствующего входа до, скажем, медиа-центра или других медиа-точек стадиона, где они занимались установкой своего оборудования, настройкой и так далее. Смена длилась 5 часов, то есть приходилось либо стоять, либо находить нужного человека, которому требовалась помощь, и вести его туда, куда он хотел попасть. Но, несмотря на длительность смены, это достаточно интересно. Можно встретить различных лиц, представителей Первого канала, а также других людей.